Высота. Спросите об этом у любого летчика. Самое незабываемое впечатление – это воспоминание о первом самостоятельном полете. Во время полета было единственное желание – запеть и крикнуть «Лечу, лечу!». И такое невыразимое желание, чувство радости, что вылетел. И думаешь, все же, все мысли были направлены на то, как бы лучше слетать и посадить. метров всего-то, предел которого удавалось достичь первым авиаторам Качинской летной школы за три витка, первым авиатором России. Распахнуло свои просторы небо и позвало. Вот когда, наверное, у мужества и родилось одно из самых его надежных и точных измерений – высота. Школа в Каче, потом училище. Качинцы стойко и бесстрашно сражались в небе Родины, громя немецких захватчиков. Потом училище поменяло свое место пребывания. Много перемен. Мощности в 30 лошадиных сил хватило первым качинцам, чтобы оторваться от земли, сделать первых три витка. И тысячи в их власти сегодня. За штурвалом нынешних машин летчики-инженеры. Стремительное время. И оно всегда было на их стороне. Приладят они лычку на погоны, а там и еще одну ладить надо. И еще... Но по этой дороге их поведет также и долг воина, долг солдата, верного защитника воздушных рубежей Родины. Что тут можно добавить? Вначале... Другое дело перед выпуском. Если дорогу выбрал, пусть идет по ней, по этой дороге. Я уверен, что не пожалеет об этом в будущем. Каждый, да? Каждый. Дорога трудная, конечно. Порой тяжелая. Это армейская служба. Не просто летать где-то в ДОСАФе или на гражданских самолетах. Армия есть армия. Здесь спрашивают. Здесь отвечают за людей, конечно, и за курсантов. Командиры. Вот здесь командиров надо понимать, преподавателей, которые тоже командиры в какой-то степени, класс. А когда поймешь командиров, они поймут тебя, легче будет жить, работать. Выдержку надо себе воспитывать, держать себя порой. Многое хочется молодому парню. До поступления в училище был свободен, здесь его ограничили рамками армии. Вот к этому надо готовить себя еще со школы. Прежде всего хочу к службе армии, чтобы себя готовили, в армии советской. Как-то не просто летчик, у нас военный летчик, офицер. К офицерской службе должны себя готовить, а офицерам быть трудно. И уже в процессе от курсантской жизни себя к офицерской жизни надо готовить. Готовить себя как командира, как воспитателя. Владимир Решетников – один из лучших курсантов своего набора с первого дня.
Он знал, что будет только летчиком. И что будет учиться только в Каче. Многого уже не вернуть никогда. И такой вот час, например, предполетной подготовки, в таком вот тесном и привычном кругу их летной группы, испытанном настоящим товариществом, верной дружбой. И только для капитана Морозова, Александра Витальевича, их летчика-инструктора, они останутся такими, какими были до сегодняшнего дня. Когда 2 года назад курсанты моей летной группы начали летное обучение на 3-м курсе, то это было 4 разных характера. Курсанта Решетникова отличало упорство в достижении цели, курсанта Никандорова отличала целеустремленность, Антипов отличался серьезностью, Крыжановский веселостью. Но им повезло. Среди них сразу же оказался лидер, Володя Решетников, который прошел службу в армии, физически развит отлично. Его отличает большая целеустремленность, упорство в достижении целей, трудолюбие. Жизнь на аэродроме начинается с разведки. Разведчик погоды разведал. Обстановка сложная. Небо словно бы тоже приготовилось к экзамену. Такой вот останется и аэродромная жизнь, как и высота, которую теперь, сразу после государственного экзамена, будут вымерять прежде всего их летным мастерством и, конечно же, воинской доблестью. Что тут тогда волноваться? Летать они знали, умеют. А доблестью стал их выбор, все 4 года упорнейшего труда, непоколебимой мечты. Ребята чувствуют себя хорошо. Я их наблюдаю уже в течение 2 лет и могу сказать, что они физически крепко развитые. Спортсмены, занимаются спортом. Ну а по фоновым показателям пульса, артериального давления, которые они мне всегда выдавали, они, в принципе, укладываются в наши ТУ. А экзамен? Ну, естественно, если бы человек не волновался перед экзаменом, тогда бы он действительно не был ни человеком, а машиной. Это, по-моему. Ну, а у ребят, ну, те незначительные повышения частоты сердечных сокращений и артериального давления, они вполне естественны и закономерны. Все это говорит о том, что ребята хоть и волнуются, но все-таки чувствуется настрой, волевой настрой, эмоционально они подготовлены. И, я думаю, успешно сдадут экзамен. Летал отлично. Оценка отличную я ставлю за боевое применение и за полет в зону. Валентин Леонидович Аврудский, заместитель начальника училища полетной подготовки, один из самых строгих экзаменаторов и требовательных. Но отлично его аттестат. Может быть, кто-то и сомневается, обдумывая вопрос из вопросов, кем же быть? Вот что сказал Владимир Решетников, но для тех, кто сделал такой выбор. Встреча с техникой, она позволяет почувствовать себя мужчиной, потому что управлять таким самолетом, такой материальной частью,
само уже управление как-то возвышает мужчину, как мужчину в прямом смысле слова. Потому что серьезная техника, сверхзвуковая. На первом курсе дозвуковая, но на первом курсе она тоже сложная, потому что это начало еще летной деятельности. Третий, четвертый курс уже сверхзвуковая, но здесь уже как-то привык к авиации, освоился в ней. А упорство и стойкость проявили те, которые сдали сегодня госэкзамены. Почти все на отлично. Хорошие. Вот их результат. Ребята в основном хорошие. Есть, которые с трудом давались командирам экипажей, образно выражаясь. Приходится воспитывать всех, не отказываться от них. Угу. Это тяжелый труд, вот, воспитывать человека в летчике. А те, кто на первом курсе сейчас, им тяжело, конечно, после гражданской жизни, домашней. Но пусть они не боятся трудностей. Станут мужчинами, в конце концов, закончив училище. Всегда в такие вот минуты близкого расставания в сердце вдруг найдется место и для доброй зависти к тем, кто теперь идет их дорогой. Иначе бы не было и этой уверенности, что и нынешний выпуск военных летчиков Качинского училища стоит своих предшественников. Чтобы стать современным летчиком, требуется много знать, уметь многое. И это дается очень большими усилиями всего коллектива и прежде всего самих летчиков, я имею в виду курсантов. Мы знаем слова отца русской авиации Жуковского, который сказал: «Самолет – величайшее творение разума и рук человеческих. Он не подвластен никаким авторитетам, кроме лиц, уважающих летные законы». И вы сегодня смотрели на государственных экзаменах, что курсанты отлично справляются с полетами в очень сложных условиях. Это является результатом той кропотливой работы, который был вложен в их становление как летчиков. И мы считаем, что новый отряд качинцев достойно впитал все традиции, которые были заложены их предшественникам. Владимир Решетников, золотая медаль. И вновь слава училища будет сопутствовать им уже в их службе. Более 300 воспитанников старейшего у нас в стране училища удостоены звания Героя Советского Союза. Заканчивал Качу и Александр Покрышкин, трижды удостоенный этой высшей награды Родины. Проложена дорога в космос, Быковский, Шаталов, Березовой заканчивали Качинское высшее военное авиационное училище летчиков. Вот она, высота.